многие люди уже считают, ну вот-вот это все пройдет, и уже начнем мы возвращаться к... В многих странах это уже проходит, эта пандемия. Как вы считаете? Я не думаю, что она просто так пройдет. Возможно, что она не за один раз исправит человечество. Здесь необходимо еще и индивидуальное, рациональное, осознанное участие людей, стран, народов, мира вообще. Так что не думаю, что это так пройдет за один раз. Но я уверен, что мы находимся сейчас на правильном пути, что начался наконец-то век, который называется последним поколением, когда человечество начнет серьезно отрезвляться от своих неправильных, эгоистических, детских взаимных отношений между собой и к миру, к окружающей природе. И думаю я, что перед нами вообще хорошее будущее. Хорошее. У нас не получится вернуться к прошлой жизни. А почему вы так считаете? Да потому что люди уже будут другими. Их природа переделает. Вот эти удары их сделают немножко другими. Они уже не будут вот так вот бессознательно тыркаться в самолеты и летать по всему миру, чтобы закупить какие-то там глупости в каких-то экзотических странах. А все, что вы говорите, есть какие-то доказательства этому? А что значит доказательства? Ну, я не знаю, вы говорите, вот вирус пропадет, если вы начнете сближаться один с другим. Ну, где это? Мы это увидим? Как только мы действительно начнем сближаться, не физически, ты понимаешь? Да. И не эгоистическим влечением с выгодой для себя любимого, а для пользы других, вне зависимости для себя, и, может быть, даже во вред себе как бы. Вот. Как только мы сможем действовать так, то немедленно все отрицательные явления в нашем мире исчезнут, потому что они в общем-то, являются порождением именно эгоистических наших взаимоотношений.